традиционная ежемесячная сводка о моем огороде. Север Ленинградской области, 31 августа. Фитоспорин. Всему глава. Фитофтора удалось избежать, фу-фу-фу, потому что тщательно с головы до ног и с ног до головы раз в 10 дней для профилактики все опрыскиваю фитоспорином. Опять-таки же пакетики чайные пропитаны йодом. Уникальный сорт арабчик. Черненькие будут помидорки с зелеными прожилками. Очень вкусно и радостно. Суровый метод дозаривания, затем вхреначивания в стебель деревянные щепочки. Раз в два дня собирается пол 10-литрового ведра томатиков на дозаривание. Дозариваются коробочки при помощи банановой кожуры и ведра. Часть дозаривается дома на подоконнике. Сибишин на семена надо подвязывать. Как туда забраться, хрен знает, чтобы семена не осыпались. Полезу сейчас. Получилось как-то так. Теперь у нас семечки не осыпятся. Здравствуйте, девочки. А здесь у меня посажен ради эксперимента в середине августа огурчик. Надеюсь, он даст пару огурцов до заморозки. И так каждые два дня. В большом парнике паутиного клеща победить удалось. Все растет шикарно. Огурцов море. Любимый сорт. Аллигатор. Баклажан Валентина. Шикарный сорт. Скоро буду пробовать арбузики. И шикарный размер эксибишена. Дыня зачахла, пора пробовать. Про открытый груд особо рассказывать нечего. Лук полей. Морковка. Как-то так. Стрёмно. Картофель уника. Колосится. Цветочки еще растут. Собирать буду, наверное, не раньше конца сентября, а может и в октябре.
и на второй грядке. Улитки все снизу пожрали. А тут выше крыши ботва. Из экзотики три початка кукурузы. Следующий обзор в конце сентября, когда буду унику выкапывать.